Работа Сушка — это акция, благодаря которой вы можете посмотреть на работы, обменяться. Несущий оппозиционный характер, это по вашему я? Ну, на политическую тему. Ну, я, в принципе, все, больше ограничений не вижу никаких. Ну, написано не на политическую, а на оппозиционную. Ну, да, не могу объяснить. Оппозиционные. Друг в нашем случае это даже похлопать в ладоши, наверное. А тоже как на это заостряют внимание вот ребята, скажем так, оппозиция сама. Они сами это раздули, этот конфликт, я не понимаю вообще, для чего это. Это культурное мероприятие и все. В интернете такую бомбу залупили. Оппозиционный, ну, скажем так, политический характер. Мы не хотим, чтобы это присутствовало в избежании всевозможных конфликтов, которые могут быть. И кроме политическая тема, мы же запрещаем еще и эротику, потому что вот ребята маленькие приходят. Ну, как-то несерьезно это будет такого рода фотографии. Ну, написано же не политическое, написано оппозиционное. Ну, это мы скопировали с группы «Здоровый образ жизни», у них там пост был, просто мы там и не только оппозиционный характер был, там в ряду были указаны фашизм, и нацизм, все остальное. В принципе, мы на это не заостряем внимание. Ну, вот просто скинули ограничения, потому что так надо, потому что не хотим проблем никаких. Данные владельца фотографии. Не стесняйтесь, записывайте контакты.